Армысыздар, құрметті Қазспорт телеарнасын көрермендер және барша волейбол сүйер қауым. Бұл волейболдан ерлер командалар арасындағы плей-офф кезеңдері Павлодар қаласы Баянтал спорт кешенінен тікелей көрсетілім. Ал бүгін кездесетін командалар Жайық және Ақтөбе арасындағы ойынды тамашалаймыз. Сонымен әдіп ойынға қостылыпты, бірден шабуылға кіріскен, алайда орнында жоқ, жайғана асырмайым, шабуылға көшіп керек беді, кезекті соққы бола ма? Жойқын деп айта алмаймыз, дегенмен де Жайық командасы алғашқы есепті ашып үлгерді, 1-0. Владимир Прокофьев назарларыңызда. 13-ші номерлі ойыншы. Жайық командасы. Аут, қателік. Прокофьевтің қателігі. Есептен есті, 1-1. Команда великолепно отыгралась. Васильев. УДП! 24-21. Сулеймен будет подавать на партию. Ну вот, как раз-таки из таких отрезков и эпизодов строится игра. Великолепный отрезок до этого провели и в конкретном эпизоде, да, решили все. Эпизоде очень переломном. Сейчас даже своя ошибка, ну, не будет какой-то большой проблемой. Блок-аут. Вариводин. Нужно команде без ошибок отыграть 2 очка на своей подаче. Но здесь есть съем. Все. Ақтөбе 25, Жайық 22. Как и во вчерашнем первом матче, ақтөбинцы забирают первую партию. Сонымен екінші партияны бастауға дайын. Алла доптойынға осатын Жайық командасы. Италин жайғана асырды. Шабыл соған. Тосқауыл. Италин кезекті шабуылы. Мұрза орында. Ой, деп оның жоқ. Жойқын соққы деп айталмаймыз. Әзірге екі командада. Жайғана асырып жатыр, ыңғайсыз көтерілген бас, ой деп енді, енді шабылға кіріскен, алайда бұл жерде тосқауға. Оқ қойы барысында Жайықтың жігіттерінің қолына тиген есеп ашылды, 1-0. Ну, если при таком счете закроют, довольно уверенный ответ. Насчет первой партии. Байбеков. Гомес. Второй темп Фариводина. Обратный возврат мяча. Костев. Все. Костев. Это просто MVP финишной прямой этой партии. 3 очка из 5 на его счету. 25-19. Команда Жайык закрывает второй сет в свою пользу. Алсон Менна, Шиши Кизен, Ахтубе команда Седоп Тойнга Ускан, Нурсултан Бимурза, Кабулдал Бар, Шабул, Лукаут. Шо, Аланда, Икен, Аланда. Ишхана Гатирик Жо, Ахтубе Тараптанан, Иси, 1-0. Бергенұлы оған тосқауыл. Жасырған, мұқсағына пас. Кезекті шабуыл. Әрине, бос аймаққа қарай бағыттап. Виталий Вариводин артқа аймақты көріп тұр. Гомес четко отработал у сетки в роли
связующего. Ну ведь, в принципе, Астраховский, да, неплохо на протяжении сезона смотрелся, но вот сейчас на позиции этой, на 23 номер выступает Данияров с приемом. ОЭДП! А там кто кого перевисит. В итоге Гомес становится королем воздуха. 25-19. Третья партия остается за коллективом ЖАИК. И счет 2-1 в их пользу по партиям. Алла Доптоинга Гусатын Сергей Костев. ЖАИК командасы. Неталин қабылдап берген және бірден шабуылға кірісті. Данияр Серікбаев бұл жерде Ақтөбе командасының ойыншысы. Өз позициясында жап жақсы шабуылды ұйымдастырды. Және блок аут. Есеп 1-0. Подача. Бимурза. И в этой сложной ситуации достает ОЭДП. Блок в поле. 23-23. Так, на подаче Прокофьев. Данияров с приемом. ОЭДП. Блокаут. Так, видеопросмотр. Видеопросмотр. Не удовлетворен. 24-23. Кожеберген на подаче. Вот Кожеберген, ну, кстати, до этого в партиях только на подачу выходил, да, затем следовала обратная замена. И сейчас в сетку по 24. Длинная партия. Ох, на коротке 25-24. Серікбаев теперь попробует на партию подать. Снимает Гоф. Возможно, не очень удобно было Гомесу, но мяч доходит, достают, и вот шанс на атаку. Ниталин, касание. 26-24, 2-2 по партии, нас ждет тайбрейк. Ақтөбе есть что терять. Все-таки в серии проигрывают они со счетом 0-1, и сейчас хороший шанс как раз-таки сравнять. Ну, главными виновниками своих проблем являются только сами игроки ЖАИКа. Вести плюс 5 и отдать партию, это, конечно, что-то с чем-то. Ну, с нетерпением ждем тайбрейка. ЖАИК командасы доптойынға қосуға мүмкіндік алды. Осылайша 5-ші партия басталды. Батыр Қожаберген қабылдаған. Және батыр аут. Ешқандай бұл жерде тосқауға деген жоқ. Есеп 1-0. С левой руки. ОЭДЕПО! И все. 2-0. Закрывает эту серию команда ЖАИК и отправляется в борьбу за пятое место.